Всем привет, дорогие друзья, мои зрители, вы на канале Дмитрием Комиссаром. В этом блоге сегодня будет рыбалка. Ну что, погнали? Не буду вас задерживать. Приятного просмотра. Ставьте кофеек, чаек и смотрите. Крикет. В общем, заряжаемся новым адреналином и смотрим влог до конца. Едем за блёстами в магазин. Мы никак не попадем в этот магазин. В общем, там вот тут рыболовный. У меня вот это в общем слово, это слово паразит. Я всегда в общем. В общем, короче, подъезжаю. Идет. Смотрите, какой невенца нашел. На этом только, блядь, на рыбалку ездить. Это невенца. Смотрите, дорогие друзья. Где вы видели такое? Невенцы. В городе Ковылкино. Взяли блесну. Сколько грамм тут? Где-то что-то не видать. В общем, такие вот блесна. Такая вот рыбка. Сколько грамм я не вижу? 9, что ли, наверное, да? 9-11. Где-то они, прям, может, на них написано. Очень жарко. 31 градус жары, дорогие друзья. В Республике Мордовия, город Ковылкино. Смотрите, какой контент, дорогие друзья. Смотрите, муравьи, короче, бегут куда-то. У них, короче, они собрались. И у них переход дороги идет. Посмотрите, сколько муравьев. У них сбор. Вот это контент, да? Придется чуть-чуть проехать через муравейник. Ну, ничего страшного. Вот, и в общем, блесна коробка. Вот это коробка. Пьем адреналинчик новый. Ой, 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 переезд закрыт, дорогие друзья. Будем стоять. Поезд идет. Что-то везут, да? Наверное, что-то на Украине. Смотрите, какая красота! Ух ты! Заря! Все, мы отправились в путешествие. Удочку я уже размотал прямо на ходу. Ну, удочка как это идет, как спиннинг телескопически. Легкая, одной рукой можно закидывать. Вот, в общем, очень удобно. И блесна новая. Сейчас она блеснула, новая испытаем. В общем, мы уже на рыбалке. Так вот, классно здесь. Давай, закидывай. Хоп. Эх, хорошо пошла, да? В общем, что-то кидаем, плескается. А рыбы в основном так и нет. Кидаем. Сейчас на другое место пойдем, вот туда подальше. Короче, мы опять пришли сюда, на Силикатонский мост. Это в Республике Мордовия. В Ковылкинском районе. Ну, пока же светло, надо закидывать. Я без щуки не уйду. Андрюх, доставай. Блять, попросил закинуть. Ай? Да не, я постарался туда. Зачем? Мне туда не надо было. Что делать? Еще перекрути раз. Еще раз вот сюда, да? Вот так вот. Да, вот это натягиваешь пальцем. Опять вот эти два держишь здесь. И он, Андрюха, сейчас поймает. Все, теперь ничего не сделаешь. Да погодите. Эх, ну хорошо. В общем, сегодня удачная у нас рыбалка. Но очень красиво, я успел искупаться. Короче, вот такой вот прекрасный закат. Но рыбы, как всегда, опять нет. Труселя возьму, вот сохну. Неудачный день, неудачная рыбалка. Да? В общем, дорогие друзья, мои зрители, в общем, такой неудачный день, неудачная рыбалка, и, в общем, ни хрена мы ничего нихуя не поймали. Каждый день ездим, а рыбы так и нет, можете даже лайк не ставить. Ну, подписывайтесь обязательно, потому что много еще будет интересных влогов про рыбалку. Мне уже даже смешно и стыдно. Ну, нихуя. Мы поймаем, где клюет, ловим. Ну, рыбаки ловят где-то, не знаю, на видео. Но я ни хрена не ловлю. Я не знаю, может, они покупают и насаживают рыбу. Но я вот так вот. Такой вот я рыбак. Ну, хуй с ним. Так что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Бай-бай.